первый. Можно и пояс здесь держать, можно андергук, можно оверхуком. Выбирайте сам, сразу руку здесь и пойдем туда. И можно и маунт, можно и knee and belly, можно и side control, можно по-разному падать. Я покажу вам разные виды, чтобы это можно off-guard тоже попасть. Чтобы попробуйте, я смотрю, что вы знаете, потом разные детали здесь покажу. Что здесь, рука, и пойдем. И теперь выбирайте, как это конец. Mount, half guard, side control. И попробуем обе стороны. Очень важно, что если падаете, сразу это не будет работать. Да? Тогда можно выводить ногу. Должен быть этот свит пойдет отсюда. И тогда конец это. Да? Что здесь. И конец. Не так, что потом да. Потом получается так, если вы по-другому делаете. И покажу разные захваты. Наверное, здесь можно и так делать, чтобы я сам туда пойду. Может так, что я ногу сюда поставлю. Это угол падения, да? Туда. Можно туда его сделать. По-разному. И мне очень нравится ноги версия, когда если я просто так делаю. Сюда и вверх. Самое главное, что вы вверху останетесь, чтобы там half-guard, там это очень хороший день, когда опять маунт сразу или side control сразу. И, обычно, если нормальный оппонент, вы half-guard бывает. И открытый гард получает. Будет это проходить. Чтобы думать всегда, чтобы маунт и side control это магия. Падаю. И как бы падаю сюда и останусь. Я могу даже отсюда. Я падаю. Что? Если я падаю сюда, он выиграет. Понимаете? Я другой плечо дам. Когда он падает сюда. У меня на руке есть, я всегда выиграю. И может даже не слайд делать, может защиты, может открыть гард. Но если он падает, я сразу другой плечо. И это как бы эбис тоже. Но не так делать, да? Это немножко нехорошо. Чтобы здесь, я знаю, сразу туда иду. Как бы падать, как бы айкидо, да? Сразу. Если я хочу... Отсюда опаздывал уже, да, равновесие поставить, чтобы бедро было одинаковое. Сразу плечо. Чтобы если медленно делать, я даже могу здесь, и теперь медленно поставлю сюда плечо. Андеррук у меня есть, всегда выбираю. И обратно. Может быть, это не проходит головой, но большая обратная возможность проход делать, чтобы открытый гард опять.